Привет! Сегодня у нас урок номер 9. И сегодня мы разберем новый элемент, который называется Покрытие. Посмотрим, как он выглядит. Итак, введение сейчас будем делать за плечи. Мы можем вести партнершу, как мы знаем, за руки в открытой позиции. Также мы можем вести партнершу за плечи, за талию, за бедра. Есть еще другие варианты введения, например, за локоть, но это более сложный уровень. Итак, берем за плечи партнершу. Это не хват такой, что мы впились пальцами, ничего подобного. Легонько держим за плечи, но чтобы партнерша чувствовала ваш импульс. Итак, после чего мы делаем простой кросс. Импульс даем левой рукой вперед. Раз. Два. Переносим вес свой на правую ногу. Три. Становимся в линию с партнершей перпендикулярно. После чего мы даем на 5 импульс правой рукой в плечо партнерши. 5. И при этом мы прокручиваем, перехватываем руку спереди на плечо партнерши. После чего 6-7 у нас импульс идет двумя руками. Правая тянет партнершу назад, левая дает импульс вперед. И 5-6-7. На счет 7 мы левой рукой останавливаем партнершу со стороны лопатки, правой останавливаем спереди, чтобы остановить полностью инерцию вращения. По ногам. Давайте теперь более подробно по ногам. Итак, мужские ноги. Левая, правая, левая. И как в кроссбодилиде. Вес на правую на счет 5. Левая, правая. После чего, как в предыдущем уроке мы рассказывали свин, идет импульс вперед партнерши на раз. Раз. Импульс мы даем правой рукой в плечо партнерши. Раз. И при этом шагаем своей левой рукой. Диагонально. Раз. Два. Три. Два-три у нас идет перенос веса. Два на правую, три на левую ногу. После чего мы даем импульс снова двумя руками. Правой рукой мы под себя толкаем партнершу, левой тянем на себя. Это счет 5-6-7. При этом мы переносим вес снова-таки 5-6-7. И дохаживаем в этот, на 6-7 мы дохаживаем за партнершей. Итак, выглядит это таким образом. 5-6-7. Итак, теперь просто подсчет, еще раз смотрим. Раз, два, три, пять, шесть, семь.